Производство Rainbow. Автор идеи Иджинио Страсси. Режиссер Иджинио Страффи. Клуб Винкс. Предупрежденные Рокси Винкс посещают радужный мини-мир вместе со своими магическими животными. Благодаря волшебной чувствительности музей Крити удается восстановить баланс в этом чудесном мире. Чтобы наградить Винкс, конь с радужной мантией рассказывает им, что магическое животное с высшей силой связано с магией фей. Детки Винкс. Лейла, не бойтесь нас. Сейчас мы все вместе полетаем. Стойте, тут еще один. Мы быстро перенесем тебя и твоих друзей в безопасное место. Ладно, теперь можно лететь. Этим милым маленьким тюленям угрожала серьезная опасность. А сейчас они здоровы и счастливы в парке спасения животных. И все благодаря Винкс. Продолжайте. Я обожаю аплодисменты. А вот и настоящие звезды сегодняшнего шоу. Наши магические животные! Вперед, ребята, вас сцена ждет! Ого, очень впечатляет. Я хочу его погладить. Ага. Я первое тюленя увидела. Успокойтесь, девочки. Вы его напугаете.
Самое интересное еще впереди. Все верно, Винкс? Ага. Позже мы представим вам впечатляющее магическое шоу. Не пропустите. Тюлени не будут жить тут вечно. Когда они вырастут, они вернутся в свою естественную среду. То же будет со всеми животными, которые тут живут. Пока я закончу экскурсию, вы можете последить за парком защиты животных? Конечно, Рокси, не беспокойся. А мы вам поможем. Заодно немного побудем вместе. Блум, тебе понравилось мое выступление? О, Эллос, ты совершенно уникальный. А? Это просто невероятное место. А? А? Не знаю почему, но мне кажется, что за мной кто-то следит. Эллос! Выходи! А? Выходи! Присоединись к нам! А можно? Конечно! Конечно, нет! Скай, а когда вы с Блум познакомились? Ну, я... Как ты в нее влюбился? Сейчас вспомню, Откуда ты? На тебя вообще можно положиться? Слушай, ты мне нравишься, но сейчас... Можешь оставить нас в покое? Скай! Только не говори, что ты ревнуешь меня к Эллосу! Я? Ревную тебя к единорогу? Что за ерунда? Скай прав. В итоге я всего лишь глупое животное. Эллос, стой! Он что, для тебя важнее меня? Как можно быть таким бесчувственным? А? А вы очень похожи. Знаете, вы оба упрямые и надменные. Вон там! Можешь постараться устроить мне мягкую посадку, пернатый? Брофилиус, ты опоздал, как обычно. Я все равно так и не смог понять, зачем мы здесь. Ты что, не понимаешь? Дело в том, что я уверена, если мы поймаем магических животных Винкс, мы непременно найдем питомцев с высшей силой. Отлично, наша ловушка готова. Шоу Винкс еще не началось. Нас тут никто не видит. Знаете что? Давайте погладим тех тюленей. Кажется, тюлени заболели. Надо срочно вызвать Винкс. Эти несносные девчонки натолкнули меня на мысль. Спасибо, что сказали нам. Я не могу найти Эллоса. И что тут происходит? Блум, тюлени заболели! Не волнуйтесь, мы позаботимся о них. Значит, теперь шоу отменено, да? Вовсе нет. Но пока, пожалуйста, идите погуляйте. Мы увидимся с вами попозже. Я не понимаю. Они же были здоровы.
Что случилось? Подождите! Здесь всего 6 тюленей! Одного не хватает! Давайте найдем его. Винкс, следуйте за мной. Я постараюсь подлечить их природной магией. У тебя получилось, Флора! Давай, Брофилиус. Заклинание, изменяющее время. Мы исказили силу времени. И у нас это получилось. Мы дети! А я самая красивая! А я самая умная! Веди себя хорошо, Текна! Замолчите! Теперь моя очередь! Мы феи Винкс! Нам надо найти наших маленьких зверюшек! Послушайте меня! Они разрушат наши планы! Ты боишься шерстяных маленьких глупышек? Винкс занимаются лечением тюленей. Надеюсь, там ничего серьезного. Может, им нужна наша помощь? Вы идите, а я ухожу. Ты все еще злишься на Блум? Перестань, Скай. Пойдем с нами. Уверен, что вы помиритесь. О, какие вы непослушные! Этим детям нельзя тут бегать одним. Может, они сбежали с экскурсии Рокси? Нам надо позаботиться о них. Привет! Вы, наверное, поклонница Винкс? Мы и есть Винкс! Настоящие! У нас есть миссия! Девочки, вы не должны убегать от своего гида во время экскурсии. Но так намного веселее! Вы меня слышите? У нас серьезная миссия! Нам надо отвезти их всех к Рокси. Скай, помоги мне! Я Блум! Я вдруг превратилась в маленькую девочку! Ну, конечно, превратилась. В маленькую девочку с богатым воображением. Я знала! Ты мне никогда не веришь! Не дайте ему бежать! Так, на этом игры заканчиваются. Что мы теперь будем делать? Мы Винкс! Нам надо применить волшебство! Но я не знаю, получится ли. Что вы делаете? Волшебница Винкс! Баттерфликс! Получилось! О, это невероятно! Они и правда Винкс! Блум! Но что случилось? Я расскажу тебе потом! Стойте! А где наши магические животные? Остановитесь! Подождите! А как мы заманим магических животных в наши ловушки? Я все сделаю сама. Просто поймай их.
О, а вот и он! Ты молодец, Амарок! Ты нашел тюленя! Да, мы нашли вас! Смотрите, это цирк! Я просто обожаю цирк! Давайте посмотрим! У нас есть миссия! Вернитесь! О! Почему тут никто меня не слушает? Магические животные! Они в клетках! Это Винкс! А? Флора, это ты! Наша связь выше любого времени и пространства. Я узнаю тебя в любом виде. Амарок, кто посадил тебя в клетку? Попробуй угадай! Добро пожаловать в цирк Брофилиуса! Снова ты? Ты хулиган! Огненная атака! Это все, на что вы способны! Не смейся над моей подругой! Звуковая перкуссия! Это еще смешнее, чем было до этого! Над этим ты смеяться не будешь! Шоу Винкс уже началось! Досчитай до трех и сделай шаг вперед. Крылья распахни и, не боясь, пари. Принцессы в небесах забыли слово страх. Мы смеемся на лету, ведь феи счастливы в полете. Клуб Винкс, рождены летать в небе, радостно пахать. Смех, смех, наша жизнь чудесна, счастье — это мы с тобой. Клуб Винкс, рождены летать вверх, вниз, радостно пахать. Ха-ха-ха, наша жизнь прекрасна, счастье — это мы с друзьями. Жизнь прекрасна, счастье — это мы в кругу друзей. Блеск! Освободи других животных! На мой вкус тут слишком много противников. Пожалуй, я лучше пойду. Где эти маленькие непоседы? О! Элос, ты не видел шесть маленьких девочек, которые похожи на... Вернее, которые и есть Винкс? А вот и единорог. Он-то мне и нужен. Но сначала надо избавиться от препятствий.
Нам надо убраться отсюда, Брофилиус. Я разберусь с ним позже. Элос, спасибо. Ты меня спас. И прости, я не хотел обращаться с тобой грубо. Значит, мы друзья? Сколько раз мне повторять, вы не должны убегать из группы. И этот цирковой шатер, откуда он взялся? Его создал Брофилиус. Он поймал нас и посадил внутрь. Но мы смогли его прогнать. Да, да, да. Девочки, теперь все идут со мной. Подождите. Слушайте, перестаньте убегать. Вы пропустили шоу Винкс. Блум! А? Вы что, подружились? Ура! Давай, Элос. Ты знаешь, что надо сделать. Знаете что? Было приятно на некоторое время впасть в детство. Ты поняла, что случилось? Да. Я поняла, что вас нельзя оставить даже на 10 минут. Винкс хотят вернуться в Алфею вместе со своими магическими животными. Но неожиданно Рокси сообщает им о новой опасности. Погода в Эфиопии сошла с ума. Это угроза для журавлей, которые мигрируют туда. Вместе с Пикси шесть фей отправятся в Эфиопию. Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Фильм озвучен студией SV-дубль в 2015 году. К вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство Rainbow. Там, где звезды радуг конфетти. Мы друзья всех сильнее. Автор идеи Иджинио Страффи. Улыбнись скорее небесам. С песней этой ты взлетаешь над землей. Нас уже не удержать. Феи, подруги, Винкс. Мы летаем вместе, феи, подруги, Винкс. И если сильно ты веришь, если с тобой мечта. Режиссер Иджинио Страффи. Мы рядом с тобой, волшебные Винкс. Клуб Винкс. Чтобы вернуть корону, Стелла погналась за Дарси в мир Легендариума, где она оказалась в ловушке в загадочном лабиринте. Там Дарси превращается в зловещую Ариадну. Ее силы приумножены благодаря Легендариуму, и Стелле очень сложно выбраться из лабиринта. Большой праздник Стеллы. О, мисс будущая королева, похоже, кто-то еще хочет твою корону. Солнечный поток! Дурацкие рога! А!
касается тебя, бык-переросток. Ты связался не с той королевой. Ха! Серьезно? Это все, на что ты способна? Ты еще ничего не видела. Нет смысла прятаться. Я найду тебя. Не забудь, королева. Будешь долго гулять, застрянешь в мире легендариума навсегда. Поймай меня, если сможешь. Ты попалась. Язык проглотила. Удачи с выходом из лабиринта. Пока, фея. Что? Куда мне лететь? О, если бы Винкс были со мной. Я была с ними так груба. О чем я думала? О, я знала, что ты одумаешься. Фея крестная. Даже когда ситуация запутывается, всегда можно распутать узел. Что вы сказали? Это простая метафора, моя дорогая. Возьми вот этот клубок. Взяла? И теперь что? Просто следуй за нитью, Стелла. Спасибо, фея крестная. У тебя получится. А, я поняла. Распутать узел. Ух, какое облегчение. Я дошла. Вы здесь в гостях, но вы злоупотребили гостеприимством. О, но нам так весело! Просыпайтесь, поднимайтесь! Делала бы это много часов! Готовьтесь, Винкс! Солярии следует пересмотреть эту традицию с королевой на день. Если бы охранники помогли нам. Морфикс мегасеть! Пора сдаваться, ведьмы! В этот раз вам не победить! Это не конец! Что это было? Похоже, это прикрытие. Они исчезли. Держитесь, Ваше Величество. Вы спасли нас, Винкс, спасибо. Теперь надо найти королеву Стеллу. Осторожно, Брэндон! Я могу помочь! А, или нет? Девочки, смотрите! Брэндон! О, Брэндон! Мне очень-очень жаль. Стой, Стелла. Ты сегодня была целый день не в себе. Это не я, это зеркало. Это была ты, Стелла. Скажу честно, мне не нравится то, какой ты стала. Брэндон! Я... Даже королевам не все сходит с рук. Что? Брэндон! Я даже не хочу быть королевой! Похоже, она там. Я посмотрю. Брэндон, что происходит? Спроси у Ее Величества. Он был так расстроен. Дай Брэндону время, Стелла. Значит, мои родители тоже мной недовольны. Вроде того. Они поймут. Тут же явные следы колдовства.
Быть королевой сложнее, чем я думала. Мне кажется, секрет в том, чтобы общаться с людьми на равных. Мне надо найти способ извиниться перед ними, особенно перед Брэндоном. Я так ужасно с ним поступила. Не беспокойся, Стелла, мы тебе поможем. И мы с вами! Спасибо, Винкс. Вы моя главная опора. Надеюсь, и Брэндон тоже. Мы справимся! Тебе нужны новые движения. Приятный весенний аромат. Удачное освещение. И извинения от всего сердца. Поступим правильно. Устроим праздник. Не только для Брэндона, но для всего королевского двора. Я займусь едой. Давайте праздновать, друзья, этот новый день. Друг без друга нам нельзя, вместе веселей. А если загрустишь, улыбайся. Всюду музыка звучит, развлекайся. От проблем немного надо нам отдохнуть и с новой силою жизнь вдохнуть. Сердца открыть и найти свой путь. Я скучала без тебя. Нам расставаться с тобой нельзя. Мы веселимся кругом, друзья. Сегодня вместе с тобою я. Подпевай мне. Ай-яй-яй, у-ла-ла-о. Ай-яй-яй, у-ла-ла-о. Вкусно, но... Может, сделаем покрупнее? Точно! Мое легендарное заклинание для роста теста! Его не напрасно зовут легендарным! Посмотрите, кто пришел. Богиня Ариадна вернулась. Молодец, сестренка. Удачно разрушила план. Еще не конец. Стелла пока официальная королева. Ну что ж, тогда чего мы ждем? Нападем еще раз. Сейчас самое время. Пока они играют на кухне. Трикс, я придумала. Соус почти готов. А вот и тесто. И нарезанные овощи. Вы такие молодцы, девочки. Не знаю, как вас облагодарить. Начни с того, что помоги нам. Я готова, Блум. Ой, Стелла, тебя не учили не бегать на кухне? Прости. Итак, чтобы сделать хорошее тесто для пиццы... Я запоминаю. Ясно. Просто кто-то сильно взволнован. Ой, здравствуйте. Прошу, входите. Что тут происходит? Продолжай, Стелла. У тебя отлично выходит. Что? Как? Кто сказал, что королева не запачкает рук? Да. О, обожаю праздники! Черри, ты сделала лимонад? Да, вот он! Я помогу! Ай! Тут очень красиво. Только когда прибудут гости. Нам нужна всего минута. Я же уже сказал, я не хочу сейчас видеть Стеллу.
Замечательно. Теперь ты рад, что зашел? Замечательно. Добро пожаловать. Дорогие гости, пожалуйста, наслаждайтесь этим ужином в знак моей благодарности и уважения к вам. Спасибо. Держите. Кусочек пиццы. Бери, пока горячее. Стелла, а? Напитки. Хорошо, она еще горячая. Возможно, это не романтический ужин, но я сделала эту пиццу своими руками. Для тебя. Я признаюсь, я рад видеть прежнюю Стеллу. Прости меня, Брэндон. Я ужасно вела себя с тобой. Теперь я понимаю, что в душе мы все короли. И каждый заслуживает равного отношения. Вот оно. Я нашла идеальное развлечение для праздника Стеллы. Очень прожорливый гость. Легендариум. Гаргантюа. Жадный великан. Иди, попируй на празднике фей. И проглоти все. Горячая пицца прямо из печи. Не может быть. Нет. Кто это? Не знаю. Что это? Берегись! Какой ужас! Ой-ой-ой! Защитите детей! Спасайте, поможем! Он Я не понимаю! Как этот зверь попал в мой дворец? Откуда он взялся? Что он тут делает? Что ему надо? Он отвратителен! Что он хочет от нас? Откуда он взялся? Безобразие! Охрана! Защитите гостей и моих родителей! А что касается этого обжоры, оставьте его нам! Дафна, нимфа Сиреникса! Волшебница Винкс, Блумикс! Займусь. Мамочка! Луч чистого света! Почему на него не действует наше волшебство? Похоже, прямая атака не испугала его. Гаргантюа – легендарное существо, чья единственная цель – поедать все, что вокруг него. Надо остановить его! Успокойся, Стелла. Сначала нужен план. Наш идеальный праздник испорчен. А я еще даже не подала огромный торт. Точно!
У меня есть отличная идея! Шоколадный! С ягодами! Жженым сахаром! С клубникой! Следуй за мной! Там много кексов! Пошли! Там такого очень много! Кошмар! Винкс, поверьте, они справятся! Молодцы, Пикси! Вы почти на месте! Еще немного! Готовьтесь! Он идет! Представляем! Гигантский торт для твоего нечеловеческого аппетита! Все помнят заклинание Коры для того, чтобы тесто подошло! Не справилась. Но жаль, что наш идеальный ужин окончательно испорчен. В следующий раз усилим охрану праздников. И в своем последнем слове в качестве королевы я хочу извиниться перед вами и поблагодарить своих родителей, Брэндона и друзей за их поддержку. Мама, папа, я понимаю, что быть королевой – это серьезная работа, которая требует терпения, сдержанности и много любви. Спасибо, что дали мне шанс. Ура! 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 Так здорово! Спасибо, Солярия! Пойдемте, друзья, за мной! Стелла, мне жаль, что твой день с Брэндоном испорчен. Ты не виновата, что на праздник пришел очень невоспитанный гость. У меня есть отличная идея. А? И Блум не сказала, что это за идея? Она и все Винкс что-то задумали. Но я не знаю, что именно. В приглашении сказано прийти сюда. Добро пожаловать! О, Блум! Это выглядит чудесно! Следуйте за мной к своему столику. Я проанализировала лучшие пиццы Блум на основе вкуса, текстуры, ингредиентов. И я разработала 156 разных вариантов. Мы возьмем пиццу от шеф-повара. Спасибо, Текна. С годовщиной, Брэндон. С годовщиной. Знаете, несмотря на то, что случилось, честно признаюсь, умираю от голода. Я тоже. Давайте есть. В следующей серии... Винкс думают, как сделать облачную башню снова видимой. Они отправляются на Зенит, чтобы найти спектрографический локализатор, прибор, который поможет феям выяснить, где прячутся ведьмы. Там же Текна представляет стеснительного Тимми своим родителям. Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году. Чтоб добро побеждало, Винкс навеки с тобой.
гонки за мечтой. Стоит в чудо лишь поверить. Каждый день будем играть. Каждый день живем мы в мире волшебства. Мы свободны, можем летать. Зная одно, все будет так, как хочешь ты. Стоит в чудо лишь поверить. Вернулись к нам, спеша к друзьям. Вместе, как всегда, чтоб добро побеждало. Навеки с тобой в гонке за мечтой. Стоит в чудо лишь поверить. Рука в руке, верны себе. Вместе мы всегда, ведь любовь так прекрасна. В небеса мы летим, чудеса творим. Этот мир мы вместе удивим. Этот мир для нас с тобой. Клуб Винкс. Школа волшебниц. Благодаря смелости Винкс и второму подарку судьбы, феи войны согласились передать судьбу магов в руки правосудия. Но над волшебницами нависло страшное знамение третьего подарка. День справедливости. Все ясно, Кика? Мы улетим ненадолго. Ведите себя хорошо, ладно? Вот список того, что можно делать. А вот список вещей, которые делать нельзя. Вы можете немного посмотреть телевизор, съесть пару конфет, но никакого шоколада и газировки. Я потом проверю. Стеллу не обмануть. О! Эй, кто заказал 7 пицц? Это не я. Не смотрите на меня. Большое спасибо. Удачного дня. Что ж, девочки, думаю, на этот раз они прекрасно справятся без нас. Эти зверьки начинают меня беспокоить. Пицца. Эй, вы собрались куда-то без нас? Скай, ребята! Мы готовы, когда готовы вы. Как мило, что вы приняли наше приглашение. Спасибо, что не забыли про нас. Значит, мы не совсем бесполезны. Ты шутишь? Вы нам очень нужны. Даже без сил маги Черного Круга опасны. Эй, ты в порядке, Лейла? Ты будто в другом мире. Я думала о задании. О том, что случится, когда мы передадим магов Моргане, и все закончится. Мы наконец-то сможем жить счастливо на земле, как мы и мечтали, Набу. Винкс! Пора в дорогу! Добро пожаловать в горы Сибилини. Тут находится пещера Сибилы, феи справедливости. Наша госпожа Сибилла ждет вас. Следуйте за нами. Ого. Рада видеть вас снова, девочки. И мне приятно познакомиться с вашими спутниками. Что? Вы привели подкрепление? Вы хотите показать, что не доверяете нам? Вовсе нет. Как дела у Думана? Боюсь, что ему хуже. Мы очень беспокоимся. Долгое путешествие на Тирнан-Ок может стать для него последним. В таком состоянии он не сможет предстать перед волшебным судом в замке Морганы. Ему нужна помощь. Мы переправим его в Гординию. Я могу помочь ему своим лечебным волшебством. Сибилла и ее феи все уже перепробовали. На Андросе я выучил много сильнейших заговоров. Я хочу кое-что попробовать. Пора передать королеве земных фей знак нашей капитуляции – Черный Круг. Тебе понадобится вот это, Агрон. Девочки, вы помните последнее предсказание эфирной феи? Кто-то пострадает, и только третий дар судьбы спасет его или ее от смерти. Да. Черный дар.
Дар, которого все боятся, также является самым великим. Его сможет использовать только одна из вас один раз. Спасибо вам за помощь, Сибилла. Винкс, Зумикс! Полетели! Пошли, парни! Быть феей справедливости непросто. Я не могу направить их в нужном направлении или изменить их судьбу. Добро пожаловать в Тирнан-Ок. О, прекрасный день. Дворец Морганы вон там. Но чтобы добраться туда, мы должны открыть врата в королевство земных фей. Твой белый круг, Рокси, это ключ. Меня отстаньте! Так вы хотите драться? Хватит! Я приказываю вам лететь назад! Ого! Видимо, с феей зверей не поспоришь. Пожалуйста, простите воронов из дворца. Но они помнят охотников на фей. И в отличие от нашей королевы, их сложно переубедить. Они не знают, что такое прощение. Пошли! Королева Моргана ждет вас. Круг! Нет! Черный круг! Черный как ночь! Черный как пропасть! Круг — это врата в бездну! Феи Сибиллы пытались лечить его, не зная причины болезни. Он все чаще и чаще мутирует. И заклинание тут ни при чем. У него нарушен поток энергии. Думан больше не контролирует свои силы. Кажется, у меня есть идея. Надо попробовать. Вы можете поддержать его 5 минут? 5 минут? Вы узнаете это место? Этот дворец вы превратили в тюрьму для фей. И вы заперли нас в нашем собственном доме. Вы украли крылья у каждой из нас. Но крылья отрастают. Медленно, но отрастают. На это потребовались века, но теперь вы знаете, что ничто не вечно. Мы стали сильнее, и благодаря Рокси и Винкс мы свободны. Королева Моргана, перед вами маги Черного Круга. Мы привели их сюда, чтобы вы могли судить их. Моргана, я хочу, чтобы вы знали, что мы сожалеем о том, что мы сделали. Скоро церемония правды покажет нам, насколько вы искренны. Правду расскажут ваши сердца, а не ваши слова. Это кольцо — черный круг охотников на фей. Вы отдадите его мне на церемонии, а пока он будет храниться в этом сундучке. Вот так. Отведите их в нижний зал и проследите за ними. Земные феи живут тут много веков. Это волшебное королевство между землей и волшебным измерением. Но маги уничтожили его. Это было счастливое место. Оно снова станет счастливым, Моргана. Вы отказались от мести и стали лучше. Небула когда-то была феей мира, а сейчас она фея войны. Послушайте, нельзя жить с сердцем полным мести и ненависти. Ты мудрая фея, Рокси. Ты даешь нам новое начало, новую надежду. Двери Тирнан-Ога всегда будут открыты для тебя, моя дорогая. Теперь этот дворец твой дом. Я благодарна вам за ваше предложение, но мое сердце всегда будет с моей семьей в Гардинии. У тебя есть с собой фотография? Вот. Клаус, мой отец. А мою собаку зовут Арту. Твоя семья. Ваше Величество, на поляне каменных слез все готово. Тогда начнем. Настал день суда. Кажется, я понял, парни. Думан зашел слишком далеко с изменением своего тела.
Фея Сибилы не поняли, что причина и ее разгадка спрятаны внутри Думана. Дон Набу! Да, сработало. Набу! Эй, куда он делся? Посох Набу! Я лечу за ним, предупреди остальных! Держись, Набу, я здесь! Ривен, Набу! Кажется, мы целы. Спасибо. Но ненадолго, мальчики. Остановись, Думан! Ты не контролируешь свои силы, я не смогу помочь тебе вылечиться! А кто хочет лечиться? Твоя энергия неуправляема, скоро она испепелит тебя! Через несколько часов весь мир будет наш! Маги Черного Круга победили! О чем ты говоришь? О Черном Круге! Когда Моргана коснется кольца, оно уничтожит всех фей! Всех! А как же обещание Агрона? Агрон соврал! Нам надо предупредить девочек! Но это последний раз! Нет, выпусти меня отсюда! Я хочу жить! Пусть мое колдовство изгонит зверя, который захватил тебя! Нет, я дам тебе, что захочешь! Я исполню все твои мечты! Я никогда не буду тебя злить. Ребята, нам надо вернуться на остров. Агрон, Анаган, Гантлас. Хотите ли вы что-то сказать перед началом церемонии? Мы готовы к вашему суду. Мы отказались от нашего волшебства и сдаемся как простые смертные. Ваше присутствие здесь честь для вас. Об этом событии будут помнить много веков. Королева фей, пожалуйста, прими черный круг как знак нашей покорности. Быстрее, надо найти девочек. Вон там. Наверное, они в замке. Бежим! Моргана, нет! Остановитесь, стойте! Куда это вы собрались? Мы объясним потом! Что происходит? О нет, мы опоздали! Думали, я сдамся так легко?
Маги Черного Круга не знают, что такое покорность. Вы поймете это, когда проведете вечность в бездне. Феи войны, в атаку! Черный круг активировал мощный выход в другое измерение. Не приближайтесь к воронке! Никто не знает, что с другой стороны, но тот, кого затянет, уже не вернется! Рокси, отведи Моргану в безопасное место! Теперь наша очередь, девочки! Остановите свое колдовство, маги! Это ваш последний шанс! Ветры будут дуть, пока последняя фея не исчезнет в бездне! Хотите драться с нами или спасать фей, которым угрожает опасность? Последняя фея на земле. У нас с тобой отдельные счеты, правда, Рокси? Все началось с тебя и на тебе закончится. Нет, нет, Агрон. Все закончится на тебе. Думан побежден, сдавайтесь! Сдавайтесь сейчас же! Специалисты здесь! Я выпускаю темную энергию! Пылающая броня! Отпусти меня, Рокси, я уже в порядке. Вы слабы, держитесь за меня. Королева не может быть слабой. Когда ты будешь на моем месте, ты это поймешь. Вернитесь во дворец, все, скорей! Мы не можем сейчас отступить, Моргана. Это наш шанс победить Агрона. Это приказ, Небула. И ты тоже, Рокси, спасайся, вернись во дворец. Я должна помочь друзьям. Суперпризма! Осенний ветер! Сердце дракона! Стой, Набу! Куда ты идешь? Воронка, я должен ее закрыть! Стой! Ты не должен идти один! Разберитесь с Агроном, я остановлю заклинание! Черный круг, державший заклинание, уничтожен! Его больше ничто не удержит! Белый круг Рокси! Что с белым кругом? Это ключ королевству фей! Вы должны защитить его! Мой посох – волшебный предмет и обладает силой и сможет противостоять заклинанию. Черная бездна, приказываю тебе, прими бой! Твоя темнота против силы света! Покорись силе солнца! Ты не победишь! Не победишь! Нет! Пусть свет победит! Набу! Сработало! Сработало! У меня получилось! У тебя получилось, любовь моя! Ты сделал это! Темная сила забрала его энергию. Нам надо срочно что-то сделать, или будет поздно. Пожалуйста, Набу, не сдавайся. Пожалуйста, не покидай меня. Я никогда не покину тебя, Лейла. Где бы ты ни была, в любом мире, я всегда буду с тобой. Лейла, эти глаза не должны плакать. Я люблю тебя. Лейла, черный дар.
Последний подарок судьбы, данный эфирными феями. Пора использовать его. Эфирные феи, я молю вас, пожалуйста, дайте мне заклинание на жизнь. Агрон! Отдай мне его сейчас же. Ой, какой же я беспечный. Я использовал подарок судьбы и дал жизнь этому маленькому цветочку. Какая жалость. Ну ладно. Он исчез. До свидания, Набу. Это моя последняя слеза. Эти глаза больше не будут плакать. Многие феи погибли в борьбе против магов. Набу был первым магом, который помог нам. Вы позаботитесь о нем. Пока он не очнется, даю вам слово. Бедная девочка. Если бы вы не сдались, Моргана, этого бы не случилось. О, как ты смеешь говорить так со мной? Прощение – ваша главная вина. Нам нужна сильная и жесткая королева. Ты должна быть на моей стороне, Лейла. Ты должна тоже жаждать мести. Я права? Не соглашайся, Лейла. Прости, Блум, но мне не будет покоя, пока маги Черного Круга не будут уничтожены. Вы должны пойти с нами. Ты знаешь, что мы не можем. Набу был вашим другом. Вы ему обязаны. Набу не хотел бы этого. Путь мести – это ложный путь, Лейла. Тогда нам больше не о чем говорить. Прощайте. Ты бросила мне вызов, Небула. Я привыкла бороться. Мы будем ждать вас во дворце. В следующей серии маги Черного Круга сбежали в измерение Омега. Лейла присоединяется к Небуле и идет с ней по пути мести. Это грустный день. Винкс прощаются со своей подругой. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году. Производство Rainbow SRL. Винкс, только вместе мы сильны, чудеса творить вольны, и всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись, мыслям доброму улыбнись, без оглядки в путь пустись. Как ветер, если решишь, можешь стать одной из нас. Мы волшебницы, добрые феи, конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе. Винкс, мы от вас недалеко. Мы подружимся легко. Не разлучит нас никто. Винкс. Школа волшебниц. Пока Блум борется с Трикс на острове Пирос, Винкс и специалисты получают сигнал от Текны из измерения Омега. Друзья тут же вылетают спасать Текну, но в измерении Омега их ждет ловушка. В змеином логове.
Доброе утро, Алфея. Они в порядке. А я Блум. А? Я так ждала тебя, ждала. Локет. Мы тоже здесь. Не все сразу. Я так рада вас видеть. Я так рада, что ты вернулась. Я так за тебя волновалась. Я в порядке. А что тут происходит? А где все? Пока ты была на острове драконов, Блум, Винкс улетели в измерение Омега. Что? Да, они отправились искать Текну. Текну? О, то-то! Извините, мисс Фарагонда, мне нужно поговорить с вами. Блум, вы ранняя пташка. Ну, я... Я только что вернулась с Пироса, а в школе никого нет. Что происходит? Еще рано. Все ученицы еще спят? Не все. Я хотела поблагодарить вас за совет. Все на Пиросе было... Я уже все знаю. Моя хозяйка острова драконов, моя старая подруга. Она сообщила мне о том, как у вас дела. Я в курсе. Но я... Я очень вами горжусь. Вы легко прошли это испытание. Я смогла перейти на новый уровень. Я стала лучше контролировать свои силы, но... Почему всегда есть «но»? Как я заработала свой энчантикс, не спасая никого из моего мира? Вы стали редким исключением из волшебных правил, очень редким исключением. На Пиросе вы использовали всю свою волю, всю свою внутреннюю силу. Вы сосредоточились. Вы так сильно поверили в себя, что смогли переродиться. Вы просто заставили себя получить энчантикс. Молодец, Блум. Спасибо. Но я хотела бы вас о чем-то спросить. Я надеялась, что вы позволите мне еще раз покинуть школу. Наверное, вы хотите найти своих друзей и помочь им искать Текну? Очень хочу. Корабль из Красного Фонтана! Скай! Привет, Блум. Я рада видеть, что ты в порядке. Да, я снова стал прежним. Я освободился от заклинания Диаспора. Блум, я прошу прощения за все, что случилось на Эрклеоне. Прошу, пожалуйста, прости меня. Скай, ты не виноват. Я знаю, но я обидел тебя. Мне очень стыдно. Это было колдовство Диаспора. И Валтера. Скай, я думала, что потеряла тебя. Блум, теперь я здесь, и нас ничто не разлучит. Я не полетел в измерение Омега, потому что я патрулировал Красный Фонтан. Школу нужно было защищать. Но когда я услышал, что ты вернулась, я попросил Кадаторту, и он разрешил. А поскольку он добрая душа, он разрешил тебе прилететь. Кто тебе сказал, что я вернулась? Еще одна добрая душа. Конечно, это я ему сказала! Настоящая любовь получает свой шанс! Амур! Что? Что я не так сказала, Чата? Посмотри, ты заставила их покраснеть! Ну, ты не можешь лететь в измерение Омега одна! Это ужасное и очень опасное место! Локет, пожалуйста, если есть возможность спасти Текну, я должна попытаться! Но остальные Винкс и специалисты уже находятся там! Я знаю, но им тоже нужна моя помощь. И я не буду там одна. Со мной будет Скай. Слушай, Скай, ты уж проследи, чтобы с ней ничего не случилось, иначе...
Не волнуйся, Локет, я буду рядом с ней каждую секунду. Так будет лучше для тебя. Нужно как-то вырваться из этого места. Это будет не так просто. Эти головорезы закрывают нам выход из пещеры. Но нас всего трое, и мы безоружны. А словами, как мне кажется, этих ребят не убедить. Они варвары. Они превратили измерение Омега в собственное королевство. Похоже, они вырвались из ледовой тюрьмы, а потом захватили эту часть измерения. Ребята, мы должны выбраться отсюда и найти девушек. Черт, я надеюсь, что они в порядке. Белая змея, ты до нас не доберешься. Моя солнечная сила защитит нас от тебя. Я не позволю тебе обидеть моих друзей. Я сделаю все, чтобы защитить их. Но я не могу одновременно драться со змеей и греть вас. А этот холод вас быстро прикончит. Мои силы на исходе. Я очень сильно устала. О, отличная встреча. Молодец, Скай. Ты легко смог оторваться от них. Какое ужасное место. Да, сюда отправляют самых ужасных преступников волшебного мира. Это место замерзшее и пустое. И у них нет шанса выбраться. Верно. Ладно, готовься к посадке. Куда теперь идти? Есть предложение? Выбор невелик. Надо идти вниз. Вот это похоже на дорожку. Пойдем вдоль скалы. Подожди, будь осторожна. Мы не знаем, чего ожидать в этом измерении. О, это было непросто. И мне кажется, тут внизу еще холоднее. Мне кажется, у этой планеты замерзло ядро. Чем ниже мы спускаемся, тем холоднее. А откуда идет это шипение? Я бы не стал узнавать, и в связи с этим я предлагаю ускориться. Блум, хватайся за руку. Я упаду, упаду. Блум, держись, я вытащу тебя. Кто на нас напал? Подожди, давай посмотрим, кто это. Попробуйте это еще раз, и я уничтожу вас. Я серьезно. Этот голос? Нет, ты что, с ума сошла? Что ты делаешь? Пригнись! Подожди, послушай. Все, вы напросились, но... Блум, это... правда? Да. Текна, ты жива? Я никогда не была так счастлива. Я тут столько всего пережила. Давай, расскажи нам все. Да, как ты смогла выжить? В последний раз, когда мы видели тебя на Андросе, ты использовала свое волшебство, чтобы закрыть портал Омега. И когда я это сделала, я переключилась в режим Энчантикса. Это было полезно, потому что меня засосало глубоко в измерение Омега. Но благодаря моим силам и моим техническим знаниям я смогла выжить в этом месте. Откуда этот костюм? Я сделала его. Он защищает меня от этих супернизких температур. Я даже научилась превращать лед в питательную пищу. Наверное, она вкуснее, чем еда волфея. Планета завалена техническим мусором. Я сделала себе оружие и коммуникатор. Итак, ты смогла связаться со спутником Тимми. Отличная работа, Текна, молодец. Но в то же время мое появление здесь расстроило всех беглецов. Каких беглецов? Преступников, которые вырвались из ледяной тюрьмы. Но из этих камер невозможно сбежать. Это правда. Но когда Валтер сбежал, весь баланс сил был нарушен, и многие преступники были освобождены. Сколько же их тут? Я не знаю сколько, но достаточно много, чтобы организовать несколько банд. Эти парни достаточно отчаянные и готовы на все. Они самые опасные преступники в волшебном измерении. Значит, ребятам угрожает опасность. Это точно. Тимми, Гелио и Брэндона преступники держат в пещере. Наши ребята пойманы? Боюсь, что да. И их будет непросто вытащить. Так,
Слушайте, Скай, ты берешь на себя часового. Мы с Текной отправимся в пещеру. За работу! Осторожно! Не волнуйся, теперь, когда ты вернулся, я ни за что не потеряю тебя. Что? Что происходит? Свет выключен. Приятных снов. Тагар, следи за пленниками. Пойду посмотрю, что происходит снаружи. Текна Энчантикс. Волшебная пыль. Максимум силы. Энчантикс. Ближе не подходи. Не проблема. Эй, ребята, вы в порядке? Текна! Тимми, я вытащу вас отсюда через секунду. Может, попробуешь пострелять своими волшебными лучами? Ты чудовище! Отпустите ее! Нет! Твоя очередь, Блум. Ну что ж, ребята, должен признать, вы как раз вовремя. Вы в порядке? Никогда не чувствовал себя лучше. Я очень рад тебя видеть. Эти головорезы вызвали подкрепление. Нам лучше подготовиться к их приходу. Да, давайте проучим их. Но сначала главное вернуть наше оружие. Скай, пока вы разбираетесь с бандитами, мы поищем девушек, хорошо? Я скажу тебе, где мы их видели в последний раз. Тут очень холодно. Я надеюсь, что Винкс в порядке. Стелла! Стелла! Флора! Флора! Стелла! Флора! Лейла! Лейла! Муза! 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 Нам нужно спуститься туда. Тогда нам нужно трансформироваться. Не бойтесь, мороз не может навредить нам. Стелла, ты устала. Может, попробуешь немного отдохнуть? Я не могу, если я буду отдыхать. Стелла, расслабься. Давай превращаться! Да, хорошо. Текна Энчантикс! Волшебная пыль. Максимум силы. Энчантикс. Чудесные силы. Винкс! Быстрее, Блум, мне нужна твоя помощь. Прикосновение этой змеи смертельно. И у нас нет выхода. Блум! Текна! Но откуда вы взялись? Мы расскажем позже. Сначала надо помочь Блум. Я отвлеку змею, а... Давайте нападем еще раз. Но у нас не осталось энергии. Мы должны попробовать. Это наш единственный шанс. Давайте, девочки, у вас получится. Текна, мы идем. Буйный зеленый плющ. Океан света. Волшебный дротик. Наша атака совсем не помогла. Все, это конец. Нет, нет. Блум, Энчантикс. Волшебная пыль. Максимум силы. Энчантикс. Чудесные силы. Блум, ты трансформировалась? Да, похоже на то. Это длинный.
длинная история. Я потом вам расскажу. А сейчас посмотрим, что мега-змея сможет сделать против Винкс. Готовы? Приготовься к супер-Винкс! Отойдите, и я постараюсь ударить изо всех сил! Энергия дракона! Ты в порядке? Кажется, да. А? Она затихла. У нас получилось! Стелла, подожди, еще не все. Блум, о чем ты говоришь? Перестань, это змея в прошлом. Ничего подобного. Когда я соединилась с ней, я что-то почувствовала. На несколько секунд, когда мы были в контакте, она говорила со мной. И что она тебе сказала? Белая змея – сущность этого измерения. Она – хранительница и сердце. Ее дыхание создает лед, который покрывает планету. Без нее планета не будет существовать. Но если бы ее не победили... Полетели! Теперь она разозлилась по-настоящему. Она такая быстрая, она нас догоняет! Эй, у меня есть идея, девочки, найдите ребят! Блум, о чем ты говоришь? Доверься мне, возможно, это наш единственный шанс! Летите! Черт, мне это не нравится. Что теперь, Скай? У нас нет выбора. Мы должны драться. Проще говорить, чем делать. Давай еще немного. Отлично! Ура! Блум! А, ладно, пора улетать отсюда. Я заберу немного с собой. В каждом мире есть свой баланс. В измерении Омега порядок поддерживает белая змея. Я не знаю, кто поддерживает баланс в Магиксе. И мне все равно. Но я очень хочу туда вернуться. Девочки, наша команда снова вместе! Винкс! Если вы не очень устали, нам надо устроить праздник! Что? Мы устали? Пора начать пижамную вечеринку! Давай, нападай! Я тебя не боюсь, потому что я Винкс! Ах так? Тогда получай! Я бы хотела провести время со Скаем. Мы можем пойти на озеро.
И я уже слышу музыку. Тарам-тарам, тарам-тарам. Флора, перестань. А? Ой! А что там с Гелией? Ну? Винкс снова вместе, сильнее, чем прежде. И все благодаря волшебству Энчантикса. Феи готовы противостоять Валтору. Сумеют ли они остановить его и не дать ему украсть глаз Агадора? Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Ты в клубе «Винкс» и победа ждет. Вместе мы сильны, как радостно творить чудеса. Крылья прозрачные раскрой, в путь отправляйся, забудь покой. Самые дерзкие планы исполнишь ты. Много тайных историй ждут впереди. Как волна ты так сильна, и в сердцах друзей навсегда. Ты в клубе «Винкс», значит, ты звезда. Путь твой освещен, лучи ведут тебя. Ты в клубе «Винкс», это хорошо. Друг не подведет, и душа поет.